19 июля 80-го года. В этот день на спортивной арене в Лужниках вспыхнет олимпийский огонь. Он возвестит о начале игр 22-й Олимпиады. На кортах, беговых и грибных дорожках полным ходом идет подготовка к главному спортивному празднику планеты. Обеспечение образцового порядка и безопасности явится одной из наиболее сложных задач, которые встанут перед страной-организатором. Учитывая опыт проведения 21-х Олимпийских игр, трагические события Мюнхенской Олимпиады 72-го года, расширение рамок международного терроризма заставили многие страны создать специальные подразделения по пресечению злостных нарушений общественного порядка, захвату и изъятию преступных элементов. Группа ГСГ-9 ФРГ, группа «Медведь» в Финляндии и специальные подразделения в капиталистических и некоторых социалистических странах. Определенный опыт по действиям в критических ситуациях накоплен в органах МВД и частях внутренних войск. В нашем фильме и на примере одного подразделения расскажем о задачах, составе и вооружении специальных подразделений внутренних войск МВД СССР. Эти подразделения сформированы из физически развитых, сильных, смелых и наиболее подготовленных сотрудников и военнослужащих. Оперативно-войсковое подразделение состоит из групп, непосредственно участвующих в захвате преступников, групп прикрытия и поддержки, групп обеспечения и блокирования. На внутренние войска возложены большие ответственные задачи. При их выполнении личному составу зачастую приходится действовать в обстановке реальной опасности, переносить значительные физические и психологические нагрузки. Это особенно характерно для специальных операций по изъятию зачинщиков и активных участников групповых нарушений общественного порядка, осужденных, бежавших из ЭТУ, а также задержанию вооруженных преступников, прежде всего террористов, бандитов, захвативших самолет или здание с заложниками. От четких, согласованных действий всех групп специального подразделения зависит успешное выполнение поставленных задач. Командование и штаб создаются для управления всеми силами и средствами в специальных операциях. Для этого имеются необходимые средства связи, бронетранспортер и штабной автобус, оборудованные для работы в полевых условиях. В оперативно-следственную группу из 4-8 человек включаются следователи, оперативные работники, переводчики, кинолог. С первых минут работы группа устанавливает мотив и намерения террористов, личность преступников, их связи, а также количество граждан, жизнь которых находится под угрозой. Ядром оперативно-войскового подразделения является штурмовая группа, обычно состоящая из нескольких групп захвата. Эти группы имеют при себе штурмовые лестницы, шесты, веревки с кошками и другие средства для быстрого проникновения в места, где находятся вооруженные преступники. Личный состав вооружен пистолетами, автоматами, ножами, имеет защитные жилеты. В зависимости от обстановки, военнослужащие обеспечиваются специальными средствами. Резиновыми палками, пластмассовыми щитами и шлемами с забралом.
естественно, что успешно справиться с задачами по непосредственному задержанию особо опасных преступников могут лишь военнослужащие, обладающие высокими морально-политическими качествами, всесторонне физически развитые, в совершенстве владеющие оружием и специальными средствами. В группы захвата, как правило, включаются наиболее смелые и решительные сотрудники и военнослужащие, обладающие быстрой ответной реакцией, умеющие мастерски использовать весь арсенал приемов самбо, карате, рукопашного боя. Когда этого требует обстановка, несколько групп захвата сводятся в одну штурмовую группу. Узкая специализация каждой группы оперативно-войскового подразделения не исключает, а предусматривает общую подготовку военнослужащих по специальной программе, усиленную спортивную, огневую, психологическую подготовку. Особое внимание обращается на привитие высоких и твердых морально-политических и психологических качеств. Все это дает возможность воинам выполнять задачи в сложных и опасных критических ситуациях, обеспечивает устойчивость профессионального мастерства. В зависимости от условий для маскировки и введения преступников в заблуждение, сотрудники и военнослужащие могут обеспечиваться униформой различных министерств и ведомств. Группа прикрытия или обеспечения состоит от 10 до 16 человек. Она вооружена автоматами и пистолетами, и в том числе с приборами бесшумной, беспламенной и ночной стрельбы, снайперскими винтовками, гранатометами, а также специальными средствами, изделиями черема. В задачу группы прикрытия входит огнем, дымами обеспечить действия штурмовой группы и группы эвакуации, чтобы не допустить прорыва преступников из блокированного района. В целях обеспечения действий групп захвата руководителям операции могут выделяться взрывные устройства для выбивания забаррикадированных дверей, люков, гидравлические и пневматические домкраты для проделывания проходов путем выдавливания стен, аппаратура радиотелефонного подслушивания, имитационные средства, дымовые шашки, гранаты, фугасы. Группа тушения пожаров численностью до 12 человек. Она имеет 1-2 пожарные машины со средствами тушения. Используется для тушения пожара на объектах в блокированном районе и вблизи его. Участвует в эвакуации граждан или имущества из горящего объекта.
пожарные машины с водометной установкой могут использоваться для рассечения, разгона бесчинствующей толпы и оказания помощи группам изъятия. Эта группа, группа эвакуации, выполняет задачи по оказанию медицинской помощи и выносу пострадавших из района операции. Вот почему врачи и санитары имеют под рукой все необходимое медицинское имущество и санитарный транспорт. Самой многочисленной по составу является группа блокирования. Она предназначена для изоляции района операции с целью недопущения притока или эвакуации граждан, а также пресечения выхода преступников из этой зоны. Личный состав подразделения, который мы показываем, неоднократно привлекался совместно с органами МВД, КГБ к проведению специальных заданий. Все это послужило накоплением того ценного опыта, который может быть использован в любой критической ситуации. Одной из наиболее сложных может явиться специальная операция по обезвреживанию воздушных пиратов, захвативших самолет. Воздушный бандитизм представляет серьезную социальную опасность. Борьба с угоном воздушных судов – дело исключительно сложное, требующее активной, целенаправленной подготовки специальных органов и служб. Так, по свидетельству печати США, в 1969 году только в 13 случаях из 86 полиции удалось одержать верх над вооруженными преступниками. Однако после того, как была создана специальная полицейская служба в 1972 году, в 40 случаях из 62 она вышла победительницей. В нашей стране, в соответствии с Уголовным кодексом РСФСР, статья 213, часть 2, определены сроки наказания за угон самолета до 10 лет, а при наличии тяжелых последствий – вплоть до смертной казни. Применение столь суровых мер наказания одобрено Генеральной Ассамблеей Организации Объединенных Наций, призвавшей в 1969 году все государства ввести в свои законодательства соответствующие статьи. Тревога! 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 Оперативный дежурный, получив данные о чрезвычайных обстоятельствах, немедленно докладывает начальнику органа и отдает распоряжение всем заинтересованным службам. Теперь все переговоры фиксируются на магнитную пленку. Начальник органа или старший оперативный начальник вводит в действие план под кодовым названием «Гром». В конкретной ситуации оперативный дежурный о случившемся докладывает в дежурную часть МВД СССР. Дежурный по воинской части поднимает по тревоге оперативно-войсковой отряд. Отсчет времени теперь пошел на секунду. Короткое время личный состав подразделений, привлекаемых к операции, должен экипироваться, получить оружие и специальные средства. Сложный организм специального подразделения ожил. Thank you.
Дежурные контролируют сбор и выход подразделений для выполнения задачи. В коротком фильме трудно раскрыть многогранную и ответственную роль руководителя операции. Свою работу он проводит совместно с партийными и советскими органами, представителями службы гражданского флота, прокуратуры. Особая нагрузка на первом этапе ложится на оперативно-следственную группу, которая по прибытии проводит мероприятия по определению численности, вооружения, намерений преступников. Основной целью руководителя операции является попытка склонить преступников к добровольной сдаче. Внимательно выслушиваются требования преступников, мотивы захвата самолета. Одновременно сосредотачиваются силы и средства оперативно-войскового подразделения. По прибытии подразделения руководитель операции ставит задачу на захват преступников и освобождение экипажа и пассажиров. Заместитель руководителя операции, здесь же, в штабном автобусе, отрабатывает детально согласованные возможные варианты действия групп для штурма воздушного лайнера. Переговоры, если даже они и не приносят успеха, ведутся вплоть до начала активных действий, так как они способствуют тщательной подготовке сил и средств для штурма, отвлекают внимание преступников, предотвращают возможную расправу их с заложниками. Одновременно на прилегающих к блокированному району дорогах устанавливаются временные контрольно-пропускные пункты. По периметру выставляется охранение. Блокируются дороги и подъездные пути. Заместитель руководителя операции уточняет детали штурма с офицерами групп захвата, группы прикрытия. Определяет места расположения боевых расчетов. Первый, я второй. Исходная позиция занята. Такие доклады поступают в штаб от снайперских групп, разместившихся в здании аэровокзала, и в лощинке вблизи захваченного воздушного судна, и от расчета, занявшего позицию за каркасом прожекторной установки. Помните варианты экипировки, которые демонстрировали военнослужащие на учениях? Некоторые группы, используя форму работников гражданского воздушного флота, могут выдвигаться к объекту открыто. По договоренности с соответствующими органами КГБ применяются средства слухового контроля. С их помощью прослушиваются разговоры воздушных пиратов между собой, выясняются их цели, намерения, уточняется обстановка в салоне. Информация от группы подслушивания постоянно передается. С учетом полученных сведений, руководитель операции принимает оптимальные решения, чтобы упредить террористов в выполнении своих замыслов. Пока ведутся переговоры с преступниками, выдвигается группа по применению специальных средств. Для срыва дверей пакеты взрывчатки с радиовзрывателями или пластичные крепятся к замкам основного и запасного выходов, к дверце багажного отделения. Все подготовительные операции производятся быстро, четко, чтобы ни одним неосторожным поступком не выдать себя. Для этого запускаются двигатели недалеко стоящих самолетов.
старшей группы докладывает о завершении подготовительных работ. Хвостовая часть самолета – это мертвая зона, ненаблюдаемая и непростреливаемая из воздушного корабля. Именно поэтому со стороны хвоста и производится выдвижение групп под фюзеляж. Итак, все группы заняли исходные позиции, о чем докладывают руководителю операции. Знание каждым членом расчета своих действий, натренированность и мгновенное реагирование на изменения обстановки, слаженность взаимодействия членов штурмовой группы гарантируют успех выполнения поставленной задачи. Переговоры, к сожалению, ни к чему не привели. Только в этом случае командование дает распоряжение освободить заложников и экипаж штурмом самолета. Не станем комментировать происходящие события. Настолько они будут стремительны. Давайте приостановим действия и рассмотрим подробно несколько способов проникновения групп захвата в пассажирский салон лайнера. Знание конструктивных особенностей современных самолетов позволяет военнослужащим штурмовой группы появиться в минимально короткие сроки в любой точке самолета. Итак, все готово к началу штурма. Вас понял? Внимание! Штурм! Для отвлечения внимания злоумышленников вводят дополнительные шумовые эффекты, имитируют пожары вблизи захваченного лайнера. Группе захвата отдается команда «надеть противогазы», так как будут применены специальные средства – черемы. Итак, штурм! Операция по задержанию вооруженных преступников, захвативших воздушное судно, проводится в тех случаях, когда другими мерами невозможно спасти заложников. Оружие в самолете используется в исключительных случаях, только при оказании вооруженного сопротивления преступниками или при их действиях по уничтожению самолета. Операция заняла всего несколько минут. Как вы поняли, показанная в фильме критическая ситуация по захвату самолета – очередное учебное занятие оперативно-войскового отряда дивизии имени Дзержинского. Взлет разрешается. По этой команде из наших воздушных портов уходят самолеты во все точки земного шара. И вот для того, чтобы праздник спорта остался в памяти каждого участника и гостя Олимпийской столицы большим праздником, несут свою трудную службу сотрудники милиции и подразделения внутренних войск МВД СССР.